слайд. Назад попробуй. Попробуй назад. Хорош, не копай. Опа. Да, на тракторах тоже ярко едет у Ромыча. Да, тут такая шесть, что еле ногами можно идти. Куда тут по трясина засасывает мул-то? Рукой держишь, понижайку не едет. Только тут бросаешь, чтобы блокировку, бля, подержать. Вот. Вот так, как всегда, перейти на из-за этого. Да. Стой! Колеса все заблокированы, видишь?
давай! Жестко издеваемся, конечно. Начали тут полировало. Шкив полированный какой. Из-за чего? Ну от болота. Едем без стартера. Так, ну едем. Что-то протраивает. Стартера на оффроуд. Шлифовали эти Коли и Макс на АТ-шке. Ребята осваивают новое болото. Кто дальше заедет? Смотрим, как 70-очка. Налегке. Так, Руслан. Руслан. Руслан или залупас? Чуть ДТП не случилось, да? Ну. Вызывали бы битов. Руслану они не приехали. Не, нету ничего. Не приклеился.
что, заглохло? Да нет, Тойоты очканутый, мне кажется. Стартера нет, я бы поехал. Так что сцепление сразу промываться будет. Сцепление, кстати, да, помыть бы неплохо. А из-за грязи, да, плохо выжимается? Буксует, в смысле? Не, выжимается плохо. Что, Волка, тут говно, да? Включается плохо, ведет. Говно здесь? А что там зарегулируется? А, это штока может? Можно. А против ветра не быстро летит самолет. С коронавирусом, думаешь, лететь? Да, улетел, а мы здесь. Так, Тойоту уже тащит двумя лебедками. Попробую натяжку. Все, понижайки хватает на один день. Стартера нету. Хорошо, 80-ка присела. Так, пошла 80-ка. Двумя лебедками с трудом. Тяжеленькая, конечно. Я закамуфлирован весь, полностью по периметру, практически. Ветер такой, аж машину шатает. Некомфортно.